Более 158 тысяч деревьев было посажено 25 мая выпускниками по всей России. В акции «Сад памяти в школе» приняли участие 12 субъектов Российской Федерации, в их числе Смоленская область и Десногорск. Я русский человек и русская природа. Любезна мне, и я ее пою. Я русский человек, дочь своего народа. Я с гордостью смотрю на родину мою. Слова советского поэта Виктора Гусева открыли официальную церемонию у стен средней школы номер 2. В этот день десногорские школьники объединились с выпускниками всей страны в едином патриотическом жесте – создании зеленых памятников погибшим в годы войны героям. К посадке мемориальной аллеи из клена и рябины присоединились и представители органов местного самоуправления. Каждое дерево – это символ памяти о тех, кто много-много-много лет назад наши, мои бабушки, ваши прабабушки и прадедушки не пожалели своей здоровье, своей жизни, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мы хорошо жили. И мы сегодня можем свою память выразить вот таким способом. Акция знаменует преемственность памяти в поколениях, а потому в ней приняли участие и ученики младших классов. Ведь у каждого из них есть личный герой, память о котором он хочет сохранить. Нам дана такая возможность посадить эти деревья. Поэтому мы будем заботиться о каждом дереве и будем помнить о том, в честь кого мы посадили каждое дерево. За 2 года всероссийская акция «Сад памяти» стала общенародной традицией. В этом году она посвящена 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.